о нашем электричестве. Потому что вы должны понимать, что, конечно, это не наши пищевые продукты. Потому что пищевые продукты мы должны есть практически каждый день. Но, тем не менее, электричество у нас светит. Электричество – это и есть перераспределение электрической энергии в наш свет. Свет, освещение и все остальное. К сожалению, все это дело рано или поздно ломается. Другого варианта не существует. Возникает вопрос. Очень грамотный вопрос. Где бы купить все грамотные запчасти для нашего электричества? Лампочки, светильники, переключатели. Потому что рано или поздно все это отваливается. И мы не хотим платить бешеные деньги. Так вот, куда мы пришли? Мы пришли в Электросилу. Пришли сюда, на улицу Комсомольскую, 17. Конечно, не все и не всегда. Лампочек вечных не бывает. Выключатели окисляются, и пластик не вечен. И мы, в принципе, говорим о патронах. Энтропию победить не в силах, но справиться можно, имея в виду Электросилу здесь, на Комсомольской, 17. Ну так вот, показывая моей спиной, люди покупают электричество, я вам расскажу, что в принципе, почему мне понравилась Электросила. Я себе то же самое все сделал, но это было чуть раньше, и, конечно, тогда не было светодиодных освещений, и мы люминесцентные лампочки ставили. А потом я уже заказал себе светодиодные продукты. Сегодня и сейчас я могу сказать, что в принципе, если вы что-то хотите сделать, то светодиодные продукты, в смысле лампочки светодиодные, они таких больших денег-то не стоят. То есть я себе купил лампочки светодиодные по 370 рублей. Сегодня и сейчас я вам скажу, что здесь есть замечательные лампочки по цене вопроса от 75 рублей. Ну что не ставить, то. Мы же говорим о правилах. Так вот, правила в Электросиле. Лампы накаливания стоят так же, как и светодиодные. И это совершенно небольшие деньги. Скажите, пожалуйста, если не сложно, почему вы сюда пришли? Вы же купили обыкновенную лампочку накаливания, правильно? Да, да, так, да, постоянную. И недорого, да, здесь берете? 20 рублей. Хорошо. Хорошо. Прикольно, да? Особенный прикол тех, кому от 45 до 50. Вы многое на что посмотрели, ранее того и не видели, но это есть сегодня и сейчас. Да, 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 да. Мы сегодня про лампочки говорим. Продемонстрировали вам обыкновенные лампочки накаливания, они тут тоже есть. Продемонстрировали вам светодиодные лампочки, они тут тоже есть. Теперь вопрос. То есть, ну, понятное дело, что обыкновенные лампочки, они возможны. То есть, ну, я не знаю, для чего они вам-то нужны. По одной простой причине, ну, как бы КПД-то у них совсем другое, не светодиодные лампочки. То есть, если мы много светодиодных лампочек поставили, то это реальная экономия на электричестве. Ну, в принципе, кому-то нужны обыкновенные лампочки. Никаких проблем нету. Ценники от 18 рублей, вот, вперед из песни, есть что-то покруче. Но за такую сумму я бы себе взял светодиодную лампочку, 79 рублей. Проще вон ту взять, она будет светить гораздо интереснее. Ну, вы же хотите. То есть мы о чем говорим? То есть, в принципе, все есть. И ценники абсолютно одинаковые. То есть, либо это лампы накаливания, либо светодиодные. Понимаете, что... Ну, это ваши проблемы. Но, тем не менее, когда вы придете сюда, вы просто посмотрите и наверняка себе найдете то, что доктор прописал. А теперь переезд в другое, не менее любимое место на вокзальную 5. Нас интересует цена, чтобы она небольшая была, правильно? Здесь же цена небольшая. Да, здесь цена нормальная вообще. То есть можно брать, да ведь? Можно, конечно. Здесь только и берем. Да, только здесь покупаем. Не все это делать умеют. Но процентов 25 мужиков может паять. В принципе, ничего сложного нету. Сегодня и сейчас с Электросилой паяется все. И дюраль, и сталь. Мы первоначально вам показали электрические лампочки, да? Но в отличие от тех людей, которые пользуются электрическими лампочками, я еще паять умею. О-хо-хо. Да. А если я паяю, для меня всегда есть необходимость, во-первых, в олове, во-вторых, в канифоле, в-третьих, в различных припайках. То есть, ребятки, зачем мне куда-то ехать? Я знаю то самое место, куда я приеду, и все для себя здесь возьму. К слову, такие вещи тоже случаются. Паяльники тоже наваливаются. То есть, ну, и все. А зачем мне сейчас куда-то ехать? Я никуда больше не поеду. Я приеду только в Электросилу на Комсомольскую, 17, на вокзальную 5. То есть, мы говорим о цене. Она приятная всем. И даже тем, кто делает свой дом. И даже тем, кто ремонтирует полностью квартиру. Ведь мысль-то простая. Мы набираем больше клиентов.
уже в разы больше и получаем лучшие правила, больше клиентов, любимые цены и результат налицо. Ну что вы сейчас берете и почему пришли сюда в Электросилу? В Электросилу почему пришел? Потому что магазин наполнен полностью необходимой всей продукцией, которая касается, что связано с электричеством, проводами, ну, в общем, совсем необходимым. А ценники как здесь? Ценники... В общем, нормальные. Даже более чем, да? Ну, ценники, в принципе, как бы, скажем, не завышенные и нормальные. Я, так скажем, не в сравнении особо не делал, но... Судя по ценам, нормальные цены. То есть сейчас можно розетки здесь купить? Да, конечно, здесь. В принципе, широкий выбор, цены демократичные. Магазином, ну, про него знаю очень давно, как бы периодически заезжаю. Вот она, радость, город небольшой, с лучшими европейскими дорогами. Доехать-то легко и просто, когда все свое, и мы не платим безумные деньги за аренду. По сути, безумные деньги платят покупатели. А здесь такого нет. Ни на Комсомольской 17, ни на Вокзальной 5. Ну и естественно, куда мы приехали. Вокзальная 5. Электросила. Здесь мы также покупаем наши замечательные запасные части. В смысле, наши замечательные запасные части для нашего освещения, для нашего отопления, для того, чтобы мы жили красиво. Причем покупаем все недорого.